Согласно вашего письменного ходатайства, вы просили обеспечить ваше непосредственное участие в судебном заседании в письменном конституционном суде общей резиденции. Вы данное ходатайство поддерживаете? Ну, конечно, ваша честь, данное ходатайство я поддерживаю обеими руками. Я понимаю всю весь момент. Конечно, хотелось бы присутствовать непосредственно в зале суда. Мнение от благодарного. Поддерживаю. Мнение адвоката Старцева. Старцева Павел Сергей Иванович, участие в личном участии в заседании государственного суда. Я поддерживаю. Уважаемый суд, я полагаю, что ходатайство удовлетворения не подлежит, поскольку участие осужденного Фургала обеспечено посредством видеоконференции связи. Его права эти ничем не ущемлены. Он имеет право дать пояснение, заявлять ходатайство таким же образом. Поэтому основания для удовлетворения ходатайства я не усматриваю. Суд, совещаясь на месте, определил удовлетворение ходатайства осужденного Фургала в непосредственном участии в судебном заседании в Первом конституционном суде общей юрисдикции отказать. Он участвует лично путем видеоконференц-связи. Данная невозможность связана с обстоятельствами, исключающими возможность участия в судебном заседании с удаленностью места содержания осужденного Фургала под стражей от места расположения Конституционного суда.